Так, 13 июня 2021 год, Харьков. Надеюсь снять короткие дубли исключительно про Юпитер. 4.32 по Киеву в Харькове. Уже совсем светло, встает солнце. Но в окуляр я вижу и Юпитер, 688 миллионов километров до него. И справа от Юпитера, это была птичка в кадре, сначала Европа, потом Ганимед, спутник. Так, сместимся. Дадим возможность Юпитеру самому ползти в кадр. Вот вижу я уже в окуляре, вы, наверное, еще нет, спутники. Вот Юпитер. Это уже четвертый или пятый дубль. Сегодня снял, наконец-то, Сатурн. Очень по нему скучал, по Сатурну. Скучать за планетами пора, по-моему, к психиатру мне обращаться. Да, ну, в общем, снял я Сатурн. И даже при дневном освещении снял. В общем, доволен я как слон. Не представляю себе, как слоны довольны. Пытаться радостно махать ушами я даже не буду. Так, сейчас опять вползет Юпитер. Но, к большому сожалению для вас, я сейчас буду менять выдержку, попробую сделать это все более темным и контрастным. Была выдержка 1:30, сейчас 1:80. Посмотрю потом на мониторе, как это. В каком варианте это выглядит лучше? Да, и учитывая свою неспособность снимать короткие дубли, наверное, буду я сейчас эту съемку прекращать. Пускай будет один короткий дубль, поставлю его куда-нибудь в начало, как аперитивчик. Нет никаких моральных сил выключить фотоаппарат, ну ты представляешь, настолько редко сейчас погода нам дает возможность поснимать. И вчера был ливень. Возвращался я вечером со смены. В общем, очень интересная история, но короткая. Так. 13 июня 2021 год, Харьков. И это дубль последний на сегодняшнее утро, по крайней мере. Вот так уже светло. Ну, в Ютубе, наверное, его первым поставлю. Так. 4:35 по Киеву, Харькове. Пошли по домам.